Всем привет! Решила записать видео, подумала, возможно, оно будет кому-то полезно. Видео о серьгах, которые у меня от Oriflame. Эти серьги сейчас в наших каталогах грузинских, они в маленьком каталоге, вставки в основной каталог. Ну, вы знаете, да, что в каталогах бывают и такие вот мини-каталоги вставлены. Они сейчас есть в распродаже. Но, возможно, и даже скорее всего, что в вашей стране, если и есть ставка в каталог, то там у вас другие продукты указаны. Но все-таки решила это видео снять и поделиться с вами своими серьгами, которые я очень люблю. Ну, в общем, у нас вот они. Со скидочкой. Скидка до 50%. В любом случае, эти серьги, они часто бывают в распродажах. И, возможно, у вас в распродажах либо на сайте, либо в каких-то дополнительных предложениях они вам попадутся. И вам будет интересно, что это за серьги. Давайте посмотрим, рассмотрим их. Итак, вот так они смотрятся на ушах. Эти серьги состоят из двух элементов. Один из них отстегивается, и получается, что серьги мы можем носить в двух вариантах, что мне, например, очень-очень нравится. Мне нравится, что у этих серег два цвета, то есть это и золотой, и серебряный. Вот видите, какой красивый серебряный шар, они идут вместе, видите? То есть эти серьги я могу носить со своими часами, где у меня также элементы есть золотые и серебряные, со своими любимыми браслетами, где один из которых в серебряном оттенке, другой в золотом. И, к слову, это аксессуары от Oriflame. Итак, давайте посмотрим поближе. Вот так это выглядит серьга. А сейчас я сниму эту деталь. Здесь, видите, колечко. Все очень серьезно сделано. Надежно, красиво и эффектно. И остается маленькое такое вот дутое кольцо, которое сейчас, если у меня получится быстро одеть, я одену и покажу вам, как это смотрится в ухе. Да, получилось. Сейчас застегну. Ну, в общем, обычное такое, могу застегнуть, простое колечко, которое либо, когда у вас какая-то деловая встреча, то есть такие серьги, конечно, не оденешь, очень подойдет такой вот лаконичный вид, то есть деловая встреча, или наоборот, вам нужен очень такой, ну, в общем, вам нужен очень простой, лаконичный, и не хочется без серег быть совсем, и не хочется, чтобы они привлекали какое-то там лишнее дополнительное внимание. Я очень люблю эти серьги и решила поделиться с вами ими. Возможно, вам тоже понравится, и увидев распродажи, вы себе их тоже закажете. Если вам было это видео полезно, пожалуйста, ставьте «Мне нравится». Заранее благодарна каждому за ваш лайк. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. До новых встреч. И напоминаю, что буквально завтра, послезавтра я получу заказ по новому 15-му каталогу, где есть новые помады и много других интересных заказанных штучек. Так что обязательно буду снимать видео, выкладывать, следите за моими видео. Всем спасибо, всем пока.